Ты как всегда, блин, без денег. Хары летать. Давай расскажем ребятам, как забиндить и настроить апп, потому что там не так все просто. Все отрубил, ядрен потом. Сейчас один уже выключимся. Включай назад, блин. Все мне мониторы подключаем. Итак, ребята, сегодня я буду настраивать вот этот квадрокоптер, подключать его к аппаратуре, биндить, делать необходимые настройки для того, чтобы могли на нем летать. Первое, идет настройка аппаратуры. Включаем аппаратуру, создаем новую модель, мы ее уже, в принципе, создали. Вот, видите, Intactrix 200 называется. Заходим непосредственно в системное меню. Выбираем, ну, тип модели понятно, да, то есть мы выбираем, какая у нас модель. У нас Intactrix 200, тип модели устанавливаем квадрокоптер. Выбираем имя модели, в данном случае мы написали Intactrix 200. Значит, ну, тип понятно у нас уже стоит, необходимый. Значит, вот Channel Assign, это очень главный такой пункт меню, с которым мы будем плотно работать. По умолчанию здесь проставлены все каналы, в принципе, все правильно стоит. То есть каждый канал соответствует тому каналу управления, который работает на квадрокоптере. Здесь ничего настраивать не нужно. Нужно перейти на назначение переключателей. Итак, на канал, пятый канал, назначаем переключатель B. Переключатель B, вот этот переключатель, этот канал будет отвечать за переключение полетных режимов. То бишь, в каждом положении указываем буковку B. Это будет означать, что каждая из позиций будет переключать отдельный полетный режим. Наткнулись мы на одну такую непонятную нам немножко особенность, но тут в принципе все понятно. Вот этот канал, кнопочка биндинга, назначается на канал AUX1. Эта кнопка будет отвечать за остановку моторов. В любом случае, какая-то аварийная ситуация или просто заглушить моторы. Точно так же нужно под каждое положение переключателя назначить, чтобы AUX1 всегда соответствовал каналу I. Вот эта вот кнопочка. Для этого нужно в первой позиции выбрать I нажать, во второй позиции I и в третьей позиции тоже I. То есть при каждом, в любом полетном режиме эта кнопка будет соответствовать выключению двигателей. В принципе, нужно не забыть настроить реверс одного канала. В данном случае вот реверс остановки двигателей, это для DX9 рекомендуется. Заходим в Control Setup, Travel, ищем реверсы. И вот находим канал AUX1, это единственный канал, который нужно перевернуть в реверс. Он у нас уже в реверсе находится. Как вы видите. Минус 100, плюс 100. Возвращаемся. Проведена предварительная подготовка для соединения с квадрокоптером. Сейчас начнем процедуру биндинга. Выключаем аппаратуру. Так, устанавливаем квадрокоптер на ровную поверхность. Включаем его и устанавливаем вот на поверхность. Синий цвет мигающий обозначает то, что квадрокоптер перешел в режим биндинга и готов к соединению. Зажимаем кнопку биндинга, удерживая ее, включаем аппаратуру. Отключаем. Смотрим на квадрокоптер. Квадрокоптер соединился с аппаратурой. Значит, смотрите. Первое положение переключателя соответствует стартовому режиму, то есть со стабилизацией. Второй режим соответствует режиму со стабилизацией, но с более высоким значением расходов, то есть он более будет маневренным в полетах. Третий режим, видите, меняется цвет индикатора. Красный индикатор обозначает, что квадрик будет летать уже без стабилизации. То есть, в принципе, вы будете рулить им самостоятельно. Ну что, давайте попробуем запустить его.
Для запуска двигателей вводим в ручку в правый угол и отпускаем ее. Двигатели запустились. Отлично, я ее в воздухе. Будем ставить на стабильный. Двигатели достаточно мощные. Все-таки бесколлекторная моделька. Тунить им можно неплохо. Делаем заставочку. Глушим двигатели нажатием на кнопку и удержанием. Все, двигатели выключились. Итак, для запуска квадрокоптера вам понадобится, собственно, сам квадрокоптер, аппаратура, FPV-шлем, ну и, конечно же, собственно, сам пилот. Ну что, мы подготовили нормальную трассу, офисную трассу, чтобы проверить, на что способен Indatrix и на что способен наш пилот с каким-то принтом-котом. Ну что, давай запускай двигунцы, я постараюсь снимать. Погнали! Let's go! Подписывайтесь на первый ролик!